Я играю в игру League of Legends и являюсь капитаном команды Gambit Gaming. Мы представляем Россию на мировом уровне и, в принципе, одерживаем очень неплохие результаты. Наша дисциплина является игрой 5 на 5, то есть это командная игра. Соответственно, в нашей команде 5 человек. Ну и плюс, конечно же, наш менеджер, лидер, предводитель, который нам помогает и всячески поддерживает. Ну и, собственно, еще как у самой организации есть еще куча народа, то есть там по сайту, по вебу, там и медиа-редактор. В России на данный момент нету противников, потому что в России все новые команды, они как бы собираются ближе к турнирам, и так как они все не могут выйти на мировой уровень, потому что в России это не так сильно развито, то они что-то стараются, делают, но очень часто распадаются и меняют свои составы, и из-за этого пока не могут продвинуться дальше. Ну а, соответственно, в Европе нашим основным соперником на данный момент является команда Fnatic, которые заняли первое место. Но сейчас пришло еще несколько новых команд, которые тоже являются очень сильным соперником. Ну а так, вообще, если брать мировой уровень, то, конечно же, основное соперничество составляют азиаты, потому что у них все это поставлено на новый грандиозный уровень. В Корее показывают Лигу Легенд по телевидению и смотрят ее там иногда, ну то есть в пиковое время более 4 миллионов человек одновременно. И, соответственно, с ними становится очень сложно бороться. Но мы стараемся, и пока мы имеем более-менее позитивный результат против азиатских команд. Нашей команде уже 1.5 года, но собрались мы как обычно, как собираются все команды. Мы тоже так же играли, распадались, собирались. В принципе, из нашего состава сейчас 4 человека играли между собой, только наш реалистик Diamond, он пришел, в общем-то, там за 2 недели до турнира, который мы выиграли, ну, отборочный на международный турнир. И, соответственно, только после этого отборочного мы смогли как бы понять, что этот состав, он может идти дальше. И, собственно, ну, я не знаю, это менталитет в России такой, то есть все собираются, и только если добиваются результатов, то идут дальше, а если не добиваются, то сразу распадаются. Соответственно, а многие европейские команды, они как бы играют, и, соответственно, с опытом у них приходят и победы. Киберспорт — это для меня, в принципе, очень длинный путь тоже. Я играл сначала в Counter-Strike, ну, мне было там сколько, 11-12 лет, там, с друзьями, с соседями. В компьютерном клубе начали появляться новые популярные игры, ну, и плюс в сети. Ну, и я начал сначала играть в Warcraft 3, потом появилась Dota. Когда поступил в институт, я завязал с компьютерными играми приблизительно на год. То есть я учился, там, личная жизнь, ну, времени не было особо на игры. Один из моих друзей поддержал и предложил поиграть в игру. Она называлась «Лига Легенд». И как бы я начал играть, и, в принципе, затянуло. Это было как новое вдохновение. И так как я очень любил Доту, то эта игра мне понравилась намного больше. Она как-то была намного удобней. И, соответственно, ну, я решил, поставил там себе задачу как бы стать довольно-таки сильным игроком. Ну, я ставлю эту задачу практически в любой игре. Ну и, соответственно, я добился своего, и сейчас я сижу здесь и даю интервью. Довольно-таки сложно рассказать о жанре игры, как о самом по себе. То есть это так называемый жанр, который недавно появился, это моба. То есть прародителем, можно сказать, является Dota. Ну, так как человек, который создавал Dota, он просто ушел из организации, потому что, ну, не помню, то ли у него ссора была, то ли что, и решил создать свое, и как бы добился вот колоссальных успехов. Нужно поиграть, чтобы понять. То есть когда я, допустим, приходил на работу, многие люди... Когда я в Sony начал играть, многие люди меня уже знали, и даже как бы с работы там 2 или 3 человека, они смотрели то, как я играю, когда я еще работал и когда я выиграл там первый турнир. Но, соответственно, когда я уже начал этим заниматься более серьезно, у меня уже не осталось времени на работу, и мне пришлось убирать. Ну, я выбрал в пользу игры, потому что считаю, что здесь довольно-таки высокие перспективы. Первый мировой турнир, самый крупный. То есть, грубо говоря, были просто мировые турниры с призовыми около 50 тысяч долларов, 100 тысяч долларов, там, 50 тысяч за первое место. Они проводились, в принципе, там, ну, раз в 3 месяца. То есть
ну, Риотами вместе с такой компанией, как ESL. А дальше Риоты решили, ну, Дота сделала свой мировой турнир, называемый International, с миллионом долларов призовых, ой, не призовых, а за первое место. Ну и, соответственно, Риоты решили, что это очень хорошая практика, и тоже сделали свой великолепный турнир. Он проходил в Америке, в Лос-Анджелесе, по-моему. Мы там участвовали и заняли 3-4 место. Ну и, соответственно, за первое место давали миллион долларов. Ну и вообще, в принципе, за второй сезон оглашенные призовые Риотами составили 5 миллионов долларов за весь сезон. Ну, то есть, соответственно, за призовые за финал там получились где-то около 2 миллионов. Ну и в течение года там все мелкие турниры где-то составили около 3 миллионов. А сейчас они стараются сделать более организованную систему. Они проводят так называемый турнир ЛКС. Ну и в каждой стране есть такой свой турнир. Ну, не в стране, а в регионе. И, соответственно, это так называемая лига-система, ну, то же самое, что НХЛ в хоккее. Они пытаются сделать так, чтобы киберспорт, он был так же организован, как спорт, и каждого человека было расписание, которое они смогут как бы посмотреть и решить, какую игру они хотят посмотреть, и всегда прийти, как бы включить, ну, телевизор, компьютер и увидеть свою любимую команду, как бы посидеть там за чипсами, сухариками и посмотреть игру.